Так, у меня просто сейчас нет связи со студией, но надеюсь, меня слышно. Только что в прямом эфире телеканала «Хабар-24» мы показали, как первые миротворцы ОДКБ начинают покидать нашу страну. Это были миротворцы из России, 331-й парашютно-десантный полк, который базируется в городе Кострома. Но они улетели и приземлятся в городе Иваново, потому что в Костроме нет своего аэропорта. И потом, я так понимаю, их доставят уже в Кострому. Что улетает сейчас? Получается, в первом самолете улетела техника, технику загрузили еще ночью. Это несколько БМД-2, боевая машина десантная, и колесная техника типа КАМАЗ. У нас, получается, здесь еще остаются 3 самолета. Всего за сегодня россиян улетят 4 самолета. Этот самолет, который ближе ко мне, он уже загружен полностью. Вы можете видеть, как происходит посадка еще одного самолета. Вообще, как говорил президент, убытие миротворческого контингента из Казахстана займет около 10 дней. Планируется около 100 рейсов на военно-транспортных самолетов. Более 2000 человек будут, более 2000 миротворцев покинут нашу страну и порядка 250 единиц военной техники. В общем, мы показали в прямом эфире, как происходит первое, как первые миротворцы покидают Казахстан. Это еще все продолжается. Я, к сожалению, не слышу студию, но всю информацию, которая была у меня на данный момент, я рассказал. И я завершаю свой прямой эфир. Давайте мы просто дадим картинку.